И жить мне молодо и звонко, и вечно мне шуметь и цвесть, покуда есть на свете Волга, покуда ты, Россия, есть». Десятиклассница Лера Багрянцева читает стихотворение Евгения Евтушенко «Волга». Именно эту реку поэт называл одним из главных символов России. Девушка называет себя патриоткой и регулярно участвует в молодежных конкурсах и флешмобах. После школы хочет поступать на факультет государственного управления, чтобы работать на благо родного края. Я планирую строить будущее России, и для этого нужно уже сейчас что-то узнавать для себя, что-то новое, чем-то интересоваться, чтобы действительно что-то уметь, и чтобы в будущем ты мог себя проявить только с наилучшей стороны. Свои любимые стихи читают многие активные молодые люди Самарской области. Они записывают выступления на видео и выкладывают в интернет. Этот флешмоб приурочен ко дню самарской символики. Акция стартовала с начала лета и уже собрала более 300 участников. К флешмобу еще может успеть присоединиться любой школьник региона. Мы его решили не останавливать, хоть и были, хотя сокращенные сроки. Решили его продлить, потому что заявки и видеоролики поступают и на данный момент. То есть и сейчас мы их также очень активно публикуем. Увидеть все ролики в сети можно, пройдя по хэштегу акции «Россия, Родина моя». Мария Левина, Николай Епифанов. События.